Наталья Карпова. Стихи из простого блокнота. Нам в руки попался блокнотик простой. Незрачный такой, потому что пустой. Сначала мы молча странички листали. Потом ради скуки выдумывать стали. Стихи получились про то и про это. Все разного очень размера и цвета. А мы сочиняли, будто играли. Мы фразы, как пазл, сюжет собирали. Кажется, стала простая обложка. Чуть-чуть веселее и ярче немножко. Улитки. По дорожке ползли улитки, любовались на маргаритки. Улыбнулась одной другая. Удивительно, дорогая, до чего мы похожи с вами. Предлагаю дружить домами. Светит месяц, спит саванна, носорог зевает. Странно, надо мной в пучине звездны, чей-то рог висит бесхозный. И такой чудесный рог может взять сыночку в прок? Что подарить пауку? Мухи жарко ведут обсуждения. Что подарим пауку в день рождения? Понятные крючки за корючки. Это ножки у него или ручки? Вон как ловко паучок ткет и вяжет. Это ручки у него, каждый скажет. Но как быстро он бежит по дорожке. Это ножки, ну конечно ножки. Только слышится весь день возле катки. Пауку нужны носки. Нет, перчатки. Все жужжанием своим уморили. Уши кепку бы ему подарили.